говорит и показывает атаман. Новости. В Шабановском состоялась сессия Совета сельского поселения. Руководители районных управлений и организаций отчитались перед жителями о проделанной работе. Принял участие в работе сессии и глава района Адам Джарин. Сделали очень много в прошлом году. По школам, по садикам, по больницам, по дорогам, значит, по благоустройству, по переселению, значит, из ветхого жилья. Практически мы участвовали во всех программах федеральных, краевых. В докладе губернатора на краевом отчете Северский район 3 раза прозвучал в лучшую сторону. Район входит в число 10 лучших муниципалитетов Краснодарского края. С докладом о проделанной работе выступил глава поселения Юрий Баранов. Все, что в моих силах, я делаю. И все, что нужно будет, мы сделаем освещение. Буду стараться найти спонсоров, там, помощи района. Все это, я думаю, мы со временем наладим всю эту ситуацию. Юрий Баранов занимает должность главы поселения несколько месяцев, и его работу жители поселения оценивают положительно. По дорогам он выровнял, постоянно грейдер ходит. Нет, это честно я говорю. Я попросила убрать 2 дерева там у дороги. Они уже им 100 лет, старше нас. Моментально сделано. Вот разговаривали уже 2-й раз на сессии я была. Но Юрий Юрьевич пообещал. Он сказал обратить внимание и учесть мои просьбы. Засыпать еще, подсыпать и выровнять. Да, ну вот, будем хорошо ждать. Как вот говорите, что грейдером сняли. Также и в Камыхе были грейдером, выровняли сперва все. Потом утром прошел грейдер, выровнял. Мелкая щебенка. И сейчас в Камыхе почти как асфальт. Спасибо ему огромное, он работает. И по первой просьбе я попросила колодец, у нас был, завалился школьный этот. За 2 дня его сделали, из кирпича выложили нам колодец. Забор выбили кони, за 1 день сделал. Но все же основную роль в жизни сел играют депутаты поселения. Наши молодые депутаты принимают активное участие в выездных сессиях и совещаниях района, тем самым приобретают опыт работы с населением. Депутаты принимают активное участие во всех мероприятиях, проводимых администрацией и ветеранским советом поселения. Депутаты принимают активное участие в культурной жизни села, участвуют во всех праздничных мероприятиях села, ведут совместную работу с национальной диаспорой. В год экологии большое внимание уделялось чистоте и порядку на наших улицах и по берегам рек. Жители поселения воспользовались уникальной возможностью обсудить наболевшие вопросы с главой района Адамом Джаримом. Это и социальное обеспечение, проблемы энергоснабжения, график движения автобуса. В конце встречи жители тепло поблагодарили главу района за активное участие в жизни поселения и выразили надежду на будущее плодотворное сотрудничество. В Львовском доме культуры состоялся слет казачьей молодежи Северского района. Первый слет, как новый виток в жизни наших казаков. Всех, от мала до велика. Создание казачьего молодежного движения – новая страница в истории казачества, возможность сохранить и приумножить традиции наших предков-казаков. К слову, это мощнейшая организация, включающая в себя работу казачьих классов и клубов, районного музея, поисково-общественной организации, библиотек, учреждений дополнительного образования детей. Я желаю всем сегодня плодотворной работы, мира, счастья, стабильности нашей великой России и нашей родной Кубани. С праздником вас! Уже не первый год самое активное участие в казачьей жизни Краснодарского края принимает наш Северский район. Конечно же, главной целью возрождения казачества на Кубани является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ряд мероприятий. Это и краевой конкурс на лучший казачий класс, лучшую казачью школу и кадетский корпус. Экскурсию Екатеринодар, град казачий. Краевую викторину, посвященную 100-летию окончания Первой мировой войны. Конкурсы социально значимых проектов. Краевой фотоконкурс, в котором может принять участие каждый. История современного кубанского казачьего войска в лицах. Казачьи юношеские игры. Всекубанский слет классов казачьей направленности и кадетских корпусов. Научно-практические конференции. Круглые столы, посвященные знаменательным историческим событиям и датам. И, естественно, смена кубанского казачества региона 93. Дорогие ребята, необходимо помнить, что именно вам предстоит принимать ответственные решения, идти вперед и быть достойными продолжателями лучших традиций кубанского казачества. Возрождаем традиции старины глубокой. То есть детям хочется познавать то, что было раньше, тот общинный строй, в котором жили люди раньше, те устои быта, когда люди ценили, уважали старших,
ценили, уважали обычаи, традиции. На мероприятии всем участникам-активистам Союза казачьей молодежи Кубани вручены грамоты и памятные сувениры. А выступление творческих коллективов стало приятным завершением слета казачьей молодежи.